Почта Банк уже в апреле появится в Самаре. Об этом сообщил директор регионального филиала Почты России на встрече с губернатором. Артур Аркадьевич Игрушкин отметил, что это новый проект, который реализуется с группой компаний ВТБ. Подобные отделения будут работать и в малых городах и селах области. Для этого есть вся необходимая инфраструктура, отметил Николай Иванович Меркушкин. Кроме того, Почта России взяла на себя обязательство о выплате в апреле пенсии и социальных пособий жителям области, которые находились на обслуживании в ФИА-банке. Напомню, что 8 апреля Центробанк у этой кредитной организации лицензию отозвал. Также руководитель филиала отметил, что созданный в прошлом году макрорегиональный центр «Волга-2» стал крупнейшим объединением в России. Он обслуживает более 18 миллионов клиентов, а его площадь сопоставима с территорией Франции и Германии. Утвердили структуру. Создаем новые рабочие места. Порядка 150 рабочих мест нами было создано в 2015 году. И с 1 декабря мы начали программу по второй и третьей линейке подбора топ-менеджеров и ведущих специалистов уже на самарской земле, именно 400 человек. Почтовый банк. Это дополнительно нам только надо на сегодняшний день в почтовых отделениях связи открыть 160 новых рабочих мест. 160 новых. Дополнительный вход порядка 50 миллионов рублей придет. Но под это соответствует структура, оборудование, инвестиции.